прокуратура Севастополя требует обеспечить безопасность детских площадок в Гагаринском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время проверки специалисты обнаружили, что сотрудники управляющей компании не справляются с содержанием площадки возле дома номер 56 по улице Павла Корчагина. Не оборудовали ударопоглощающим покрытием место под баскетбольным кольцом, не заменяли наполнение в песочнице и не ремонтировали имеющиеся элементы. На игровой площадке по проспекту Героев Сталинграда, 41, выявили аналогичные нарушения. Более того, на качелях выступали острые элементы, о которые могли травмироваться дети. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона товариществом собственников недвижимости «Омега-56» и «Героев Сталинграда-41», которые обязаны содержать эти игровые комплексы. Такие же нарушения выявлены в работе обществ с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» и УК Гагаринского района 1. Эти организации также получили представление об устранении нарушений законодательства, которые находятся на рассмотрении.